Всем привет, с вами Скай. Сегодня я постараюсь поднять вам чуточку настроения забавным видео MC2 с русской озвучкой. Желаю приятного просмотра. Ну вот сейчас все идет пиздато, почти без мата. Но вот эта хуйня меня просто поражает. Физика в MC2 просто великолепная. Много я видел. Ну а сейчас я вижу то же самое, что и видите вы. Это просто поразительно. Столб сбивает машину. И сейчас я скажу то же самое, что и говорил во время записи этого видео. Пиздец. А что вы ждали, чего-то другого? Ну а этот ролик для всех краеров, которые вечно пишут, что мол Скай прыгает, телепортируется, ему легко все достается. Ну а дальше судите сами, комментарии излишни. Ну а сейчас будет только пару фраз. Окна ебал, как парниш во дворе. И опять же наебал тем же способом. Ну а дальше я скажу честно. Решил немного повыебываться, включить четвертую камеру, почувствовать себя геймдере. Блять, как это грубо не звучало бы. Но, блять, пиздец, я записывал, наверное, это аудио раз 10 из-за этого ебаного слова геймдере. Я его просто выговорить поначалу не мог. Вот, блять, скажите мне, какому нахуй ебану пришло в голову такое ёбнутое имя, как Легендари. Ну а сейчас перед глазами вы видите черный экран, и вы думаете, наверное, то, что все, видео закончилось, и можно смело идти дальше по Ютубу, разглядывая всякие видео по MC2, и опять же считать себя жестким задротом, выигрывать гонку за гонкой, ну хуй там плавал. Дальше вас ждет такой бонус, чисто компромат на меня, снятый Иришкой. Вот скажу честно, без всякого наглого пиздежа, я не знал то, что она записывает гонку. Но тогда мы с ней говорили по скайпу, ну, смотрите далее то, что получилось. На самом деле очень забавное видео, но оно содержит очень много мат. Ах да, чуть не забыл. Платину, вот тебе или не похуй то, что все увидят, то, что у тебя модированная машинка? Так что не злись, а просто смейся. Ну и всем удачи, с вами был Скай. Ну а кто имеет что-то против этого видео, может смело писать жалобу на YouTube и быть самым серьезным краером. А теперь пока. Давай. Господи, нет, не хочу, чтобы он выиграл, у меня тут 4 флага. А вот это что это было? А возьми флаг, потеряй флаг сверху, потеряй и забери его потом.
Путин мне все испортил. Все испортил, просто все. Спасибо.